Детская областная библиотека сегодня принимает не только подарки, но и гостей. Актеры кукольного театра приехали вместе с куклами, чтобы приоткрыть для детей некоторые тайны закулисья. Но основной целью визита стали книги, которые театр подарил детским библиотекам, вдохновившись всероссийской акцией. Подборка книг не случайна. Абсолютно все книги в нашей посылке – это книги, которые так или иначе заявлены в репертуаре театра. Здесь есть как произведение подходящие для семейного чтения, так и, например, Уильям Шекспир, но адаптированные для детского чтения. «Каштанка», «Серебряное копытце», стихи Маршака, сказки Андерсена и русские народные сказки. Классика детской литературы, да еще и в очень красивом исполнении. Подобрано со вкусом. О подобных книжках на полке мечтает, пожалуй, каждый ребенок. Да и родителям будет невероятно приятно полистать эти страницы со знакомыми с детства иллюстрациями. Это классики советской иллюстрации, это Сутеев, это Бычков, и это, конечно, все издания, которые принято называть подарочными. Мы надеемся, что они проживут долгую и счастливую жизнь в новых библиотеках. Книги отправятся в Путятинскую районную детскую библиотеку и в Солочу, библиотеку детского санатория.